книги, столы, стулья и подобное. Наши современные компьютеры, если считать современными вещи десятилетней давности, и милых библиотекарей. Не семи пядей во лбу, конечно, но дружелюбные. А, погодите-ка, смотрите! Это Джастин Фолли и Зак Демпси, звезды баскетбола старшей школы Либерти. Кстати, Джастин, где мой велик? Джастин украл мой велик. Какого хрена? Ты что вытворяешь? Провожу экскурсию для наших новых студентов по обмену. Думаю, они должны знать, кто заправляет школой, да? Клей. Да-да, идем дальше. На чем мы остановились? Точно, кабинеты. О! Но прежде я хочу показать вам кое-что очень крутое. Хотите? Клей, остановись! Посмотрите на эти шкафчики. Они так похожи, да? Все кроме этого. Этот особенный. Он принадлежал девушке, которая убила себя. Клей, успокойся. Видите все эти плакаты, призывающие не убивать себя? Их раньше не было. Их повесили, потому что она убила себя. А почему она это сделала? Потому что здесь все хреново к ней относились. Дженсен, перестань. Но никто этого не признает, потому что они перекрашивают стены, сооружают мемориалы. Вот какая у нас школа. Все тут такие милые до тех пор, пока не доведут вас до самоубийства. И рано или поздно правда всплывет. Она всплывет. Верно, Тони? Да? Ты же знаешь правду. Клей. Думаю, тебе стоит пройти со мной прямо сейчас. Всем разойтись по классам. Все вы. Идите в классы. Приветствуем в школе Либерти. Идем. Ладно. Новая игра.